Всем привет, друзья, с вами на моем канале, за микрофоном Кач Стапл Яд, и сегодня у нас вторая часть обзора карт нового дополнения. Великая запредельная тьма, хотя правильно назвать великой запредельный слив, потому что близы первый раз за 10 лет, когда я снизошел, вернулся в ХС и захотел снять вам обзоры карт, решили слить все в хлам. Да, все карты уже слиты, если вы прям, ну, если вам очень не терпится посмотреть, вы можете где-нибудь на Reddit, если он доступен. Ну, я думаю, что в ВК там уже во всяких пабликах в телеге расфорсили тот факт, что их слили, и вы можете все карты посмотреть. Они там, конечно, на английском и немножко в таком не очень хорошем качестве, но... В любом случае, кому надо, все найдете. Сегодня мы с вами разберем пару сумасшедших карт, которые поражают воображение. Мне кажется, я интро повторяю с прошлого обзора, но кого-то в голову ничего больше не приходит. В общем, карта за туманы сегодня будет и набор карт для приста. Там прям сексуальный такой полом происходит, но как бы почему-то я вижу сплошное негодование вокруг этих карт. Говорят, что они как бы ничего не поменяют, ведь лицо разбивают уже на четвертый. Не знаю, правда или нет, надеюсь, что нет, потому что, смотря на эти карты, хочется на присте играть прям нереально. Напоминаю, что дополнение выходит 5 ноября, и предзаказать его можете уже через нас, ну, через меня, через мой магазин, в описании все ссылки. Plagiat.ru вы можете на сайт зайти, либо в боте просто все это сделать, предзаказать дополнение, предзаказать, что хотите, пополнить рунические камни, пополнить Steam. Все там можно, переходите, ребята, буду благодарен. Ну, а мы с вами, конечно же, начинаем. Так, начнем мы с бескрайнего простора. Это как раз-таки новая карта за 100 маны. Стоит на одну ману меньше за каждую взятую, разыгранную или уничтоженную карту. Боевой клич, чуть не сказал божественный щит. Боевой клич уничтожает всех других существ. Забавно, что когда я ее размещу на превьюхе, наверняка люди подумают, что это кликбейт, как в прошлом. Но нет, ни хрена, в этот раз все правда. Ну что могу сказать, карта прикольная. Ее, конечно, играть по фану можно будет. Но не забывайте, что тут, конечно, хотелось бы под нее какого-нибудь деку за спамом лютым, да, например, вот у ДХ. Почему-то сразу же мне в голову приходит ДХ. Знаете, потому что я сразу вспоминаю карту, которая кидает трех, хотел сказать, Дринеев или Дарии. За спам стола идет, вы все это разбиваете, это все удешевляется, и потом просто выходит такая туша, которая компенсирует, наверное, факт того, что у многих колод, которые такие, знаете, темпоориентированные, агрессивные, у них нет огромных ремоволов, то есть если их там под, ну, не знаю, 7-й, наверное, ход или 8-й, вдруг еще так делают, да, если они по 7-й, 8-й не успевают додавить, то дальше уже как бы ничего не сделать. Стол поставлен, провокации стоят и не пробить. Сейчас же можно будет бескрайний простор докинуть, бахнуть, и да пофиг, всех других уничтожают, у вас в итоге 15-15 туши стоит на столе. И у чувака, как бы, во-первых, с этим справься, да? Вот. А во-вторых, как бы, защити свое лицо, если там осталось чуть-чуть добить. Мне карта нравится. Очень такой смелый шаг для того, чтобы внести контент в Hearthstone. И они, как бы, внесли контент в Hearthstone. Следующая карта — это Killjaden. Я думаю, что очень знакомый такой демон для многих, кто Warcraft еще помнит. Ну, именно оригинальную эту трилогию. Кстати, хотя... Ну, был же Killjaden, да? Вот и все. Вот и все. Вот ты и поехал. В прошлый раз зумером замечание сделал, что они во Frozen Throne не играли. А сейчас вот сидишь, ну, короче, ладно, давайте карту смотреть. 777. Боевой клич заменяет вашу колоду порталом, бесконечно извергающим демонов. Каждый ход они получают еще +2/+2. Вот это фан, очень классно сделана карта. Почему? Я коммент увидел, это я до этого сам не дошел. Но у Killjaden'а количество хп. А нет, не у Killjaden'а, стоп. Не у Killjaden'а. Хотя у Killjaden'а тоже. Типа 7 хп, 7 атаки. И то же самое есть у этого. Не уверенно. Вот, у Архимонда. И рофл в том, что это сделано для того, чтобы сохранить, так сказать, узы с Варкрафтом. Напоминаю, что Архимонд замокрали светлячки, и именно 7 светлячков помещаются на столе в Хардстоуне, и именно 7 светлячков 7 дэмэджа вносит, чтобы победить Архимонда, и Killjaden'а, я так понимаю, тоже. Так что лайк за отсылку. Короче, Killjaden'а — это такая карта, которая не позволит вам уйти на фатиг, то есть сейчас мы уже полноценно можем говорить о том, что Хардстоун — это бесконечная игра, а потому что вы ставите эту штуку, причем напоминаю, что Killjaden'а-то нейтральный, ее могут поставить, может поставить абсолютно любая колода, как чернокнижник, так и воин, так и маг, так и прист, так и дезнайт, да кто угодно абсолютно. И после этого у вас, да, дека пропадет, но вы будете бесконечно раскапывать демонов, и каждый ход они еще и бафаться будут. Проблема в том, что вы, ну, будете получать на выбор там троих демонов, да, и там уже, не знаю, сможешь разыграть, не сможешь, подойдет он под ситуацию, не подойдет. Рандом, конечно, присутствует, но имейте в виду, что Killjaden'а — это абсолютно конченная карта, которую, я так понимаю, будет очень сложно законтрить, если вы не додавите свой геймплан, играя против этой карты. Посмотрим, что с ним делать. Мне кажется, его уже до 10 маны можно спокойно поднимать, но чтобы я еще что-то в Hearthstone понимал, правильно? Все остальные нейтралки я нахожу слегонца скучными, и оставлю их на потом, так что давайте перейдем наконец-то к жрецу, потому что жрец реально веселый, и начнем, ну, давайте с чего-нибудь попроще. Ну, допустим, световая скорость. 2 маны, обычный спелл света, выбранное существо получает определенный +2 и натиск, можно разыгрывать многократно на этом ходу. Ну, какой-то сомнительный такой, на самом деле, баф, заклинание света, что позволяет получать энергию с заклинаниями света, может быть, как-то удешевить их, да, может быть, как-то взаимодействовать с новыми дринеями, которые с удовольствием это сделают, но факт остается фактом, световая скорость выглядит как-то, ну, немного
кринжовенько. Да, разменять вы все сможете, но за 2 маны получить плюс 1, плюс 2, так еще и, ну, и натиск, это в 2024-м как-то, ну, выглядит слабовато. Следующий баф — это божественная звезда, за 2 маны тоже обычка света, наносит 3 единицы урона существу, случайно существо у вас в руке, получает плюс 3 к здоровью. Неплохо, такой хорошенький ремувал, ну, такой слабоватый на самом деле, но просто доп дэмэдж какой-то залетает. Здесь, я думаю, фишка в этих вот двух спеллах, например, да, ну, давайте еще докинем сюда орбитальное гало, чтобы вы смотрели, чтобы как бы не уставали глазки. Вот, фишка этих спеллов света, которые добавляют, как раз-таки в их стоимости, да, они дешевые, их 100% можно будет удешевить еще больше, и как раз-таки вокруг этого присты будут плясать. Пофиг на эти эффекты, они могут быть несущественными, но тот факт, что их просто нужно разыграть, чтобы что-то там перебафать, подбафать, усилить, вот вокруг него будем плясать, а не вокруг этих таких недоэффектов. А по поводу орбитального гало, или гало, не знаю, 2 маны, редкое, свет, существо получает плюс 2, плюс 1, божественный щит, стоит 0, если на этом ходу вы разыграли соседнюю карту. Вот о чем я как бы и говорил, да, здесь вот эта штука может стоить уже и под 0 целый, за 0 плюс 2, плюс 1, божественный щит, другое дело, другой разговор, ну, на то она как бы и редкая, а не обычная. Кайфы. А следующая карта — это Дриней, это Анахорет, 3 маны, 2-4, редкий, когда существо другое получает сверхисцеление, оно получает прибавку к здоровью в этом же размере. Такой жирненький чел, если его не законтролят, но заметьте, что как бы атаки не очень много у этой фигни, поэтому, ну, напоминаю, что вроде как приравнивание атаки к ХП как убрали, не знаю, может вернули, но вроде нет. Просто большой мужик без провокации будет такой стоять и говорит, ну, вот я большой, и я тебе 2 урона помогу куда-то нанести. Хз, сомнительно, но окей. Может быть там пробаф атаки пойдет и будет страшно, а пока совсем не страшно. Просто жирная туша, 2 урона наносит, кому будет страшно, ну, не знаю. Следующая карта — это Рьяная Целительница, тоже Дрине, 1 мана 3-3 редкая, при смертных хрипах устраняет 6 единиц здоровья героя противника, резонанс, накладывает немоту на это существо. Ну, это вообще дичь. То есть ты ставишь на первую ману 3-3 тушу, вот, и после этого, как бы, да, ее можно разменять, похилиться на 6 оппоненту, но если ты сумеешь после того, как ты ее сыграл, на нее, допустим, накинуть то же самое орбитальное гало, которое рядом стояло, да, за 0 маны, то резонанс сработает, это дрянной будет. А вот тут думай. Мне кажется, что сначала... Ох, йо, а как так, подожди? Как-то хитро они карту-то сделали, знаете, что я тут вижу? Если я правильно помню взаимодействие, то сначала сработает спелл, а потом будет немота. То есть, если ты кидаешь на нее голод, так не работает. Она просто себя сайленсит. Да, вы не остановите 6 здоровья, но она просто останется 3-3, а не 5-4 с божественным щитом. Балансненько, спасибо, близы, что это продумали, если я правильно понял. Очень сильный дреней, респект, что можно будет лицо и уже и на присте разбивать на первый ход. Очень сильно, это очень сильно. Следующая карта — это искажение гравитации. Это новый эпический спелл за 0. Атака и здоровье всех существ становятся равны, более низкой из этих характеристик. Хороший контроль, хорошо, что это не спелл света, потому что, ну, было бы слишком сильно, как синергия. Очень классный контроль за 0 маны, офигеть, карты за 0 маны делают так много, это жестко. Ну, чтобы пожить можно было подольше присту, кайф. Следующая карта — это щит Аскара, еще один дрянный, 6 маны, 4-8, провокация, ближний щит, похищение жизни, обычка, казалось бы, затычка, да, такая, типа, 6-4-8, дайте пожить, пожалуйста, но если мы посмотрим на легендарку первую, это Аскара, то все становится ясно, и, ну, как бы эта карта выглядит уже посильнее два раза. Да, потому что Аскара боевым кличем следующий разыгранный вами Дриней придет свою копию как бы делает такой эффект. Она под браном, я так понимаю, хрен сработает, но у нее хотя бы не аура, и вы 100% получите с нее этот эффект. Ставите Аскару на 5-й, на 6-й ставите щит Аскары. А, ну да, да, он даже называется щит Аскары, боже, да все, вы уже все поняли и без меня, поехали дальше. Удивительный Точа — это как раз таки вот эта удивительная карта, реально. 4 мана, 4-2, эпик, существо. Вот реально, вот посмотришь на эту карту, реально такое, ну, ощущение, что это существо складывается. Боевый клич, если суммарное здоровье обоих игроков равно 42, здоровье вашего героя становится равным 42. Ну, дизайн рофильный. 4 маны, 4-2. Типа, понял, 42. Потом нужно сидеть еще придумывать, как так примерно прикинуть, чтобы у вас было 42 хп вместе с оппонентом. То есть у вас 22, у оппонента 20, бахаешь, у вас сразу 42. У вас 12, у оппонента 32. Я не знаю, но нормально, нормально. Мне эта штука нравится. Можно положить одну копию и молиться богам рандома, во-первых, чтобы эта штука пришла, во-вторых, чтобы вы идеально подровняли хп, ну и в-третьих, чтобы это сыграли. Хотя, блин, ну, сделай, что 42 хп, и это разобьют. Мы знаем, как это работает. Но концепт классный. И последняя картинка у нас на обзоре — это Курей, да, легкий свет. 3 маны 3-3, это еще один такой легендарный после... Как там ее звали? Навилла? Нет, не Навилла. Навилла другая, ну вы поняли. Я покажу вам, ладно, бам, моя любимая бам.
бам, чтобы... Ну, я забуду наверняка. Короче, еще одна легендарка такая крутая на приста. 3 маны 3-3 резонанс призывает случайное существо за 3. Заклинание света не рассеивают этот резонанс. Вот о чем я и говорил. Не надо мне к гадалке ходить, чтобы понимать, что близы хотят сделать для жреца. Какие синергии, да? Мы получили много заклинаний света дешевых, которые себя удешевляют у приста. И до этого были дешевые заклинания света. И теперь, когда вы будете куре бахать на стол и использовать всевозможные заклинания света, резонанс не будет рассеиваться, и вы будете заспамливать стол случайными существами за 3. Проблема этой легендарки, во-первых, в том, что она слабая, именно по статам. 3 маны 3-3 быстренько уберут. И во-вторых, то, что вы с резонанса призываете случайных существ за 3. Рандом — это всегда не очень весело. Ну как, когда, да? Вот, но просто заспамить стол рандомными 3 дропами, даже если вы успеете сразу же после выставления, допустим, 2 раза юзануть заклинание света, мне кажется, это не очень сильно. Да, темпово, но не то, чтобы вы после этого хода и партию завершите. Сильный ход будет, но дальше как бы надо будет распрягаться, тужиться и что-то пытаться выдумывать. Поэтому куре ставлю. Я ничего никому не ставлю, ничего я и не ставлю, фиг тебе. Еще сейчас придется... Если сейчас скажу, что я какой-то рейтинг ставлю, там, 10 из 10, то придется и всем остальным давать, это нам не надо. Давайте еще вот эту карту посмотрим. Звезда Эвульпера, 5 маны, 4-5 эпик, можно обменять боевой клич, уничтожать звездолет или часть звездолета противника. Классно, мужики, добавили новую механику звездолетов и сразу же вкинули в сет карту, которая ее уничтожает. 100 из 100, мужики. Очень круто. Выглядит очень круто. Что ж, ребят, ну а на этом все. Делитесь своим мнением по поводу новых карт в приста в комментариях. Если вы уже заспойлерили себе весь сет, то просто без звука посмотрите этот видос, если тебе следующее, да. Как по мне, прист выглядит очень свежо и интересно. С удовольствием поиграю от стола на нем и надеюсь, что это будет хотя бы немного весело. Большое спасибо за просмотр. За микрофоном был как Стаплгиат, и, конечно же, увидимся с вами когда, правильно? В следующем ролике и на следующем стриме. Стрим Хардстоуна, когда ролик наберет это 2500 лайков, то есть никогда в среднем. Увидимся, до скорого, пока.